Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как зарядить сотовый телефон, у которого села батарея, с помощью смартфона. Для этого нам потребуются USB-провода с вот такими разъемами. Соединяем провод. Подключаем наш разрядившийся сотовый телефон. И смартфон. Как видите, сотовый телефон начал заряжаться. Через некоторое время смартфон с помощью своей батареи зарядит наш сотовый телефон, и мы снова сможем по нему звонить.